Дрожь камня, дрожь камня. У нас это цель. Наша цель. Я теряю контроль. Теперь камень способен сдерживать находящихся внутри демонов. Мы наконец-то обуздали их ярость. Да, но надолго ли? У нас осталось мало времени. Мы должны сразиться с Асмоданом. Я выйду из крепости и пробьюсь к Ариадскому кратеру, где меня ждет Асмодан. Так, чешем в ту сторону. В бастионе уже достаточно спокойно, и я могу покинуть его. Пора выйти на настоящее поле брани, где осадные орудия Асмодана уничтожают разрозненных защитников. Тоже холодные зимы, но снежный мороз. Как машины войны. Кожу словно падаю. Я не обращаю внимания на подобные вещи. Помни, зачем мы здесь. Хвала богам, ты тут. Повисли его там. Искал всю великую библиотеку Калдея в поисках сведений о том, что же на самом деле произошло с Хазра, принадлежащими к клану Крови. К сожалению, мне удалось отыскать лишь несколько ветхих манускриптов, в которых указывалось, что эти Хазра отправились в услужение мифическим малым воплощением зла. Полагаю, эти домыслы едва ли заслуживают упоминания в научном труде. Никогда не думал, что увижу его собственными глазами. И чё, мы здесь не можем пройти? Некогда вестники погибели были младшими демонами, которые восстали против Асмодана. Владыка греха с легкостью одолел их, но вместо того, чтобы убить бунтовщиков, наделил каждого из них длинной отравленной рукой. Ее яд способен уничтожить любое живое существо, за исключением самого Асмодана. С тех пор вестников, несущих смерть, боятся повсеместно. Ой, охотник! Ох, ебасеньку, я вас тут перебью. Где треба? А, вот, есть. Оставь меня. Я не жилец. Возьми. Мне это уже не понадобится. Великая
сильнее! Ебать, как их много! Будь осторожен! Им нет конца! Пройти-то не могу, блин, что за бред? Я не стану этого делать. Значит, где-то сзади это все дело. Ходят слухи, что крестоносцы вернулись и что они собираются двинуться на запад. Но кто эти высокие светловолосые воины? Они совсем не похожи на крестоносцев, которые покинули Травинкаль 200 лет назад. И поэтому обитатели руин древнего города подозревают их в мошенничестве. Рано использовать эту способность. Меткий удар. Так, в грот, я думаю, нам точно не надо. Есть, нашел. Чтобы убить тебя, мне не нужны никакие осадные орудия. Вокруг тебя бушуют все силы преисподней. И они сокрушат тебя. Я знаю, старик, знаю. Я сбросил твоих демонов со стен крепости. Я разбил твою армию на поле битвы. Ты не сможешь меня напугать.
Я не могу сидеть без дела, пока ты сражаешься с Асмоданом. Как давно я не чувствовал вкуса битвы. Вы разрушили мои осадные орудия, но это ничего не изменит. С каждым часом все больше демонов вырывается из адского жерла. Скоро... Громкий, вперед, наконец. Ну, друзья, остаемся здесь. Победа. Увидимся уже в следующей миссии. Всем пока-пока.